Специалисты 10-го отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю и Южного поисково-спасательного отряда МЧС России продемонстрировали слаженную работу в случае возникновения ДТП и вызволения пострадавших. Отличились и сотрудники пожарной службы при эвакуации людей с высотных зданий. Спасательную операцию проводили с помощью высотных механизмов и прыжково-спасательных устройств, так называемых «Куба жизни» и «Чулка». Во время показательных выступлений было задействовано несколько единиц техники, лишь малая часть того, что есть на вооружении у сочинских пожарных. Учение для нас это намного больше единиц техники. У нас больше возможностей на самом деле. У нас находится на вооружении 8 мотоциклов BMW хода, которые патрулируют постоянно улицы нашего города. У нас 8 прыжковых устройств таких в гарнизоне и 11 спасательных чулков. То есть город Сочи готов, Сочинский горизонт пожарной охраны готов к эвакуации людей. Вы видели, как это делается, и быстро, и безболезненно, и безопасно.